Делаем пихтовые веники. Всем привет! В этом видеоуроке мы с вами научимся делать пихтовые веники. Чтобы сделать пихтовый веник, нам понадобится нож, пихта, а также шпагат. Для начала у нас есть пример веника. Именно по этому примеру мы будем делать наш новый уникальный веник. Я вас не научу делать веники правильно, но покажу, как просто сделать веник пихтовый. Нам нужно вырезать веточки около 40-50 сантиметров, смотря какое у вас тело, большое или маленькое, среднее. Кладем веточку, отмеряем, можно не резать, что не ломается, вот мы сломали, что не ломается, то режем ножом. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Дальше берем следующую веточку, продолжаем в том же духе, собственно, вырезать по образцу. Также попадаются не очень хорошие ветки. Мы их просто можем откидывать или просто обрезать ненужное. Здесь у нас корзина для обрезания. Вот в нее мы складываем ненужное. Потом мы можем это выкинуть в печку или сжечь. Или просто сделать еще не очень качественно, но хороший, отличный веник. Собственно, вот наш веник практически совпадает с этим. Осталось только обвязать шпагатом, и наш веник готов. Берем шпагат, это такая веревка. Начинаем обвязывать наш веник. Обвязываем любым способом, методом, как вам удобнее. И когда вы будете париться, чтобы это у вас все не развалилось. Вот, собственно, наш веник готов. Вот был старый, ненужный, не очень хороший веник. Вот, собственно, новый, современный и технологичный веник. Спасибо за просмотр. Удачи!